Привет, ребята. Обзор еды относительно дешевый. Большинство я уже показывал перед этим. Но надо быстрее снять. Сейчас уже все подорожало, поэтому я редко вообще покупаю такие вещи. Помидоры 45 рублей. Когда я покупаю, надо смотреть, чтобы она крепкая. Помидорина должна быть крепкая. А они, естественно, битые продаются и потом тухнут в течение пары дней. Очень осторожно. Нужны яблоки какие-то российские 45. Киви. Я еще не пробовал. Ну, именно эти. Стоили, по-моему, 70 рублей. Это более-менее нормальная цена. Не мега дешево, конечно. И все. И груши, которые я уже много раз снимал. Они стоили 65 рублей. И почему они дешевле? Потому что они уже высохшие. Они были в два раза больше здесь. Вот верх высыхает. Но у них нету повреждений механических. Но тоже нужно быть очень внимательным. Они очень хрупкие груши. Просто даже их перекладывать нельзя. Вот уже бок помятый. Просто даже нежней помидор. Даже помидоры проще хранить, чем вот эти груши. Вот это уже полежало и помялось у меня немножко. Вот видите, помятый. Чуть не испортилось. Хотя полежало всего 2 дня, по-моему. Так что она какая-то вода уже натекла, что ли, я не понимаю. Блин. Вот. Натекло, да, с груши натекло. Это очень опасно. Натекло и сразу все протухнет. Надо следить, чтобы никакой воды не было. Ну, на этом все. Пока, ребята. Подписывайтесь, ставьте уведомления. Вот такая вот дешевая еда.